индейская сказка «Волчий зуб и красавица Нетаки». Был волчий зуб колдуном. Однако надоело ему жить в одиночестве, и задумался он жениться. Однажды увидел он красавицу Нетаки, подстерег ее в лесу и унес свой вигвам. Девушка ни за что не соглашалась стать женой злого колдуна, но все равно волчий зуб ее не отпускал. Его заклинания были так сильны, что сколько ни старалась Нетаки убежать к вечеру, возвращалась назад. Чтобы наказать непокорную, колдун придумал вот что. В разных селениях повелел он сказать всем юношам, что он, волчий зуб, отдаст красавицу Нетаки тому, кто исполнит 3 его желания. А кто не справится с этим, превратится в камень. Много славных воинов пытались спасти Нетаки, но всех их колдун обращал в каменные статуи. С каждым днем лес каменных людей вокруг вигвама делался все гуще. Напрасно молила Нетаки освободить храбрецов. Волчий зуб был непреклонен. «Как много у тебя женихов!» – злобно смеялся он. «Только почему никто из них даже слова тебе не скажет?» Каждого, кто появлялся в хижине колдуна, Нетаки встречала словами. «Уходи! Уходи скорей, или ты погиб!» Однако никто ее не слушал. Узнал об этом один охотник. Он жил вместе со своей сестрой на дальнем озере. Это был добрый человек, но не везло ему на охоте. Ни разу не довелось ему убить ни большого лося, ни старого медведя, ни орла. Оттого люди считали его трусливым и прозвали «Зайчье сердце». «Надо снять с Нетаки колдовство», — сказал он однажды сестре. «Разве ты не знаешь волчьего зуба?» — испугала женщина. «Он погубил уже многих воинов. Посмотрим, сумеет ли этот зуб раскусить меня», — отвечал охотник. «Я пойду». В тот же день «Зайчье сердце» отправился в путь. Пробираясь по лесу, услыхал он глухие удары. «Что бы это могло быть?» – подумал «Зайчье сердце» и свернул в сторону. На поляне под высоким орешником охотник заметил странного человека. Время от времени он высоко подпрыгивал, и после каждого прыжка его ноги увязали в земле по щиколотку. А в лесу раздавалось «Бух! Бух! Бух!» «Что ты делаешь?» – удивился «Зайчье сердце». «Хочу достать вон те орехи», — ответил человек. «А не проще ли взлезть на дерево?» «Нет, я слишком тяжел. Недаром меня зовут Большой Бизон». Зайчье сердце развязал свой мешок и накормил Большого Бизона. «Могу ли я помочь тебе?» — спросил Большой Бизон. «Не знаю», — ответил Зайчье сердце. «Я иду, чтобы освободить девушку от чар колдуна». «Тогда я пойду с тобой», — сказал Большой Бизон. «Идем», — согласился охотник. «Для одного человека любой путь будет длиннен». Когда путники вышли из леса, они повстречали человека, который привязывал к своим ногам большие камни. «Вот не думал, что так удобнее ходить», — воскликнул Зайчье сердце. «Неудобнее», — отозвался незнакомец. «С самого утра я пытаюсь поймать бизона, но каждый раз я бегу слишком быстро и обгоняю стадо. А вы далеко ли собрались?» «Мы хотим освободить красавицу Нетаки». «Вы смелые люди», — воскликнул летящая стрела. Так звали незнакомца. «Я пойду с вами». Отправились они дальше втроем. Вскоре вышли они к двум большим озерам. На берегу одного из них стоял человек.
Он то и дело наклонялся к воде и делал глоток. При этом каждый раз вода на шаг отступала от берегов, и человек шел по влажному песку вслед за ней. «Никак не могу утолить жажду», — объяснил незнакомец. «Вот выпью это озеро, возьмусь за второе». Осушив оба озера, он поднялся и сказал: «Ух, теперь хорошо». «Никогда не встречал таких людей», — подумал заячье сердце. А вслух сказал: «Мы хотим сразиться с колдуном. Не пойдешь ли ты с нами?» «Конечно», — сразу согласился пьющий озера. «Только давайте разыщем прежде всего моего брата». «А, да вот и он!» Тут все увидели человека, который держал лук и запрокинул голову, глядя в небо. «Что ты там ищешь?» – окликнуло его заячье сердце. «Стрелу!» – отвечал человек. «Я выстрелил на заре и никак не дождусь, когда она упадет». «Далеко же ты стреляешь?» – удивился заячье сердце. «Нет, не очень!» – возразил человек и, оглядев собравшихся, спросил: «Брат, куда идут эти люди?» Выслушав ответ, мечущий молнии сказал: «Вижу, тут собрались настоящие воины. Я пойду вместе с вами». Не успели они сделать несколько шагов, как сверху раздался тонкий свист, и стрела, блеснув наконечников, вонзилась в землю. «Стрела всегда возвращается ко мне», — объяснил мечущий молнии. Путники шли, не останавливаясь, пока не достигли поляны, где стояли окаменевшие юноши. Волчий зуб кружился между ними в колдовской пляске. На нем была шапка из двух волчьих голов и волшебное одеяние из крысиных шкурок. «Что вам надо?» – закричал колдун, увидев людей. «Мы пришли сразиться с тобой», – ответил заячье сердце. «Ты готов исполнить мои желания?» «Да». «Так слушай, вот этот холм заслоняет мой вигвам от солнца. Сдвинь-ка его в сторону, если сможешь, конечно». Тут волчий зуб сорвал с головы свою шапку, и шапка тут же превратилась в громадного волка. Колдун вскочил на него и умчался прочь. «Этот волчий зуб – жалкий хвостун», — раздался вдруг голос большого бизона. Тяжело ступая, он подошел к холму и подтолкнул его плечом. «Пошел, пошел прочь!» — крикнул он. Каменная ограда качнулась, дрогнула и с грохотом рассыпалась. Осколки большой бизон подобрал и забросил в лесную чащу. Камни поменьше растоптал, обратив в песок. Волчий зуб вернулся на закате. «Вижу, ты исполнил мое первое желание», — сказал он, осматриваясь. «Второе будет потруднее. Вон та река». Колдун ткнул пальцем вдаль. «Каждую весну заливает мои посевы. Осуши ее». И колдун скрылся в хижине. «Отчего печаль легла на ваши лица?» — раздался тот голос пьющего озера. «Ведь я с вами». Когда стемнело, он отправился к реке, выпил ее до дна и пошел искать ключ, от которого река брала начало. Его он тоже осушил в несколько глотков. С первыми лучами солнца из вигвама вышел колдун. «Ты рано торжествуешь победу», — злобно проговорил он. «Осталось последнее испытание. Сюда придет юноша. С ним ты побежишь на перегонки. Если он будет первым, гибель тебе. Но раз вместо тебя побежит мальчишка, вместо заячьего сердца побегу я», — решительно сказал летящая стрела. «Пусть будет так», — согласился колдун. Зайдя в хижину, он мигом обернулся юношей и вышел снова. Летящая стрела сбросила с ног камни. Заячье сердце подал знак, и бегуны устремились вперед. Как колдун ни старался, он не мог обогнать летящую стрелу.
Когда оба выскочили из леса, старый колдун оглянулся. И тут летящая стрела промчалась мимо него. Волчий зуб хотел скрыться в лесу, но мечущий молнии вскинул свой тяжелый лук. И колдун, пораженный стрелой, покатился по земле. Что за веселье началось тут? Все юноши, которым вернулась жизнь, разошлись по своим селениям. А через несколько дней Зайчье сердце женился на красавице Нетаке.